Студенты решили мотивировать казахстанцев сортировать мусор. 10 крупных учебных заведений присоединились к экологическому проекту, который реализуется в стране уже 4-й год, но в этот раз поменял концепцию. Вузы будут соревноваться между собой в сборе пластика. Ежемесячно его будут отправлять на переработку и фиксировать количество. В конце года определят победителя. Вуз получит специальное оборудование для переработки пластика. В рамках проекта также проходят субботники. Сегодня, например, молодежь из Шымкента наводила порядок вдоль реки Кошкар-Ата. Здесь же экологи провели тренинг, где рассказали, почему важно сортировать мусор и переходить к экоосознанности. Необходимо все-таки внедрить эту культуру среди жителей. Вот мы поэтому и начинаем это с молодежи, потому что молодежь это у нас это движущая такая сила, да, которую они начнут сначала с себя. Даже детишки маленькие в школе, они уже знают, что необходимо сортировать мусор. Они тем самым не только сами учатся этому, еще и этот, как бы передают дальше своим родителям.